Вы смотрите телеканал ШТВ. В студии Екатерина Тафанила. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Программа «Городская комфортная среда». Продолжается комплексное благоустройство объектов. «Расцветай наш город». Завершился 12-й смотр-конкурс «Шадринские дворики». «Шадринск в творчестве». Эксклюзивное видео из архива и новые песни горожан о любимом городе. Эти и другие события в материалах наших корреспондентов. Государственный проект благоустройства территории муниципальных образований, предложенный «Единой Россией», активно реализуется в Шадринске. Еще в марте глава города Людмила Новикова подписала постановление об утверждении программы формирования современной городской среды на 2017 год. Специальная комиссия определила объекты и началось комплексное благоустройство. Программа «Городская комфортная среда» включает благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования. На реализацию этого проекта городу выделено 25 миллионов рублей. Конкурсная комиссия в составе депутатов городской думы, членов общественной палаты и жителей ознакомились со всеми заявками на участие в программе. Обозначили первоочередные объекты благоустройства. По городской среде у нас места общего пользования будут еще выполнены. Это переулок Свердловский, это дорожки пешеходные мимо мечети. Там она проходит от остановки в сторону жилищного сектора по Бору. Еще по общественным территориям это остается сквер Революции. Памятник мы хотим сделать в граните, вторую часть памятника. И по Бакалде, там, где у нас есть такая территория, где собирается там население, и будет детская спортивная площадка оборудована со сценой. Еще один объект благоустройства – пешеходная тропинка в Бору между улицами Гагарина и Спартака. Комплекс работ здесь выполняет организация «Уралгранит». Первые шаги по лесной зоне рабочие начали с демонтажа старого, пришедшего в негодность тротуара. Все покрытие было снято, чтобы уступить дорогу новым технологиям. Мы, во-первых, подняли этот тротуар и выровняли. Вместо планируемого объема почти в два раза больше ушло сюда щебня. Мы здесь сделали тротуарный бордюр, то есть по краям. Внимание очень сильно уделили водоотводу, чтобы на нем воды не было. Сейчас будем асфальтировать, его середина будет выше, и по краям, значит, вода будет сливаться. То есть это ручная укладка асфальта, здесь без применения асфальтоукладчика. Ну, все делаем так, чтобы было все хорошо. Мы не случайно зашли на этот объект, потому что в нашей компании имеется еще щебеночный карьер, с которого вот применяется здесь материал. Это щебень, отсев. У нас в том числе есть производство бордюров дорожного камня. Затем растворобетонный узел. То есть практически почти все вот то, что вы видите, у нас имеется. То есть мы сами это производим. Работа подходит к логическому завершению. Сегодня установят скамьи для отдыха в лесной зоне. Рядом непременно будут урны. Для этого на тротуаре сделаны специальные кармашки, как называют их дорожные строители. 6 кармашков, 6 новых железобетонных опор взамен старых деревянных, прогнивших от времени – 6 светильников, которые, кстати, уже функционируют. Вечером возвращаешься, в 10 часов электричка. Идешь, и страшно. Очень часто я езжу в Екатеринбург, Курган, всегда пешком туда и обратно. И все время тут, когда дождь, там вот лужи, и обходишь, и неудобно. Но сейчас, я думаю, будет комфортно, будет очень даже здорово. Спасибо тем, кто делает. В дневное время Елена никуда не спешила, просто прогуливалась по Бору. Говорит, дышится здесь по-особенному. А как только благоустройство этого уголка природы завершат, станет и завсегдатаем отдыха другого плана. Спокойно посидеть и почитать книгу. И явно будет не одиноко в своем желании. Присоединятся и другие шадринцы, и пожилые, и молодежь. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жителям города. Программа «Комфортная среда», она делается вся для повышения, в том числе, культуры наших людей. Просьба оставить это, ну, то есть не сорить, не ломать ничего. День-другой, и шадринцы станут называть уже не лесная тропинка, а по праву и красиво – аллея в пригородном Бору. В Шадринске реализуется программа «Городская комфортная среда».
Завершился смотр-конкурс «Шадринские дворики». В 12-й раз жители наградили за благоустройство, озеленение и цветочное оформление города. В этом году комиссия посетила абсолютно все микрорайоны, где выстроены настоящие творческие объекты. От самодельных детских площадок до масштабных цветочных оазисов. Участников и победителей смотра конкурса «Шадринские дворики» чествовали накануне дня рождения города. Вместе с главными идейными вдохновителями, своими детьми, пришли в этот день около 50 шадринцев. Это те люди, кто год от года благоустраивает территорию возле домов и предприятий. Для каждого участника глава города Людмила Новикова нашла теплые слова благодарности за вклад в облик Шадринска. Ну, Лидия Алексеевна, значит, можно много говорить. Она молодец большая. Значит, думаю, что свои обещания мы выполним, да? Вот потому что мы обещали по тротуарчику там. Думаю, что все равно мы сделаем. Только я об этом хотела сказать. Нет, я так думаю, что нет. Здесь просто у нас нынче немножко не получилось. Совместными усилиями мы сможем многое. Да, я тоже так думаю. Поэтому, Людмила Алексеевна, спасибо вам огромное. Что поддерживаете, что не забывайте нас. Нет, вам спасибо. Людмила Алексеевна Суханова благоустраивает территорию возле дома уже несколько лет. И ее увлечение знают все соседи, потому вносят некоторый вклад. Передают семена цветов, привозят остатки строительных материалов, например, облицовочную плитку. Зеленую зону возле дома номер 30 по улице Щеткина уже неоднократно оценивала комиссия конкурса «Шадринские дворики». Людмила Суханова в этот раз заняла второе место. Первое у Натальи Пушкаревой. Женщина в частном секторе возле своего дома по адресу Красноармейская, 14, тоже обустроила благоухающий оазис. Как правило, денежное вознаграждение за победу в смотре-конкурсе участники вновь тратят на благоустройство. Например, работники детского сада «Умка», получившие в 2016-м 3000 рублей, этой весной закупили саженцы цветов. В номинации «Лучшее озеленение и ландшафтное оформление прилегающей территории среди предприятий, организаций и учреждений» первое место разделили Шадринский автоагрегатный завод и детский сад номер 10 «Умка». Второе место отдано специализированной школе-интернат номер 12 и детскому саду номер 8 «Ласточка». На третьем месте ежегодные призеры конкурса – сотрудники геронтологического центра «Спутник» и детского сада номер 5 «Созвездие». Спасибо вам большое. Молодцы вы. Дальше продолжать, да, участвовать. Но самое главное – не лениться, подавая заявки. Хорошо. Конкурсное жюри оценивало участников в 5 номинациях. Не смогли определить первое место лишь в одной – самый благоустроенный двор многоквартирного дома. Вторую ступень творческого пьедестала разделили активисты дома номер 31 по улице Володарского и номер 42 по Февральской. Это настоящие цветущие аллеи, пройти мимо которых невозможно. Астры, бархатцы, пионы, разнообразные петунии и ромашки – а еще десяток сортов и видов однолетних и многолетних растений радуют не только местных жителей, но и гостей из других районов города. Но не только цветочным оформлением занимаются горожане. В приоритете многих – обустройство площадок для детей. И если во дворах многоэтажек для этого предварительно еще при строительстве отведено специальное место, то в частном секторе его необходимо найти. Но было бы желание. Победители в данной номинации – семья Камиловых – участвовали в конкурсе «Шадринские дворики» 6 лет назад. Теперь дети подросли, да и площадка для них тоже увеличилась. Мы начали сначала со скамеечки, со столика, песочницы. В общем, поняли, что к нам стали люди присоединяться, к нам приходят на площадку играть с других улиц, потому что играть негде. У нас все сделано с любовью именно для маленьких детей. То есть все продумано, чтобы не опасно это было. Ну, вот так вот. Год за годом у нас выросло. И корабли у нас, и горки, и домики. Все замечательно. А делает все руками? Ну, конечно, папа. В основном у нас это у него любимое дело, хобби. Он любит работать с деревом. А мы, соответственно, раскрашиваем все это, как цветочки. Все красим. Старшая дочь вот художественную школу закончила. Она фигуры нарисовала, там, медведей, ну, сказочных героев. Мы помогали маме садить цветы, чтобы было красивее. Петунии, ромашки. Ну, у нас там много разных, оно разноцветие. А, и бархатцы. Бархатцы, да. Надо красоту все равно, чтобы дети-то, они росли в красоте. То есть надо с детства прививать это все, чтобы они видели. И что потом дальше продолжали украшать это все. Ведь как заложишь в них, так и будет. В
Второе место занял Евгений Гуляев, бывший пограничник, ныне работающий водителем на ШАЗе. Его детская площадка в неприметном уголке улицы Куйбышева возле дома 74 привлекает своим уединением от городской суеты. Здесь тихо, спокойно и безопасно для детей. Знаю, что сейчас в городе много инициативных людей, которые большую часть, я понимаю, не первый год. Но я чисто делал, как говорится, детскую площадку не с таким намерением, чтобы выиграть там что-то, завоевать какие-то, что у меня. Но отметят хорошо, конечно, мне даже приятно. Это очень спасибо администрации, спасибо всем людям, жителям города, которые даже создали мне конкуренцию, что кто-то и лучше, я за них рад очень, что у них все-таки инициативная группа работает. А мне приходится одному что-то доказать, соседям показать, что можно при желании все сделать. У каждого подъезда, у каждого своего дворика, даже если ты живешь в благоустроенной квартире, и перед тобой балкон и территория общая, ну, ты можешь здесь что-то сделать, создать свой какой-то прекрасный уют, какой-то приятную полянку, солнышко, чтобы светило, цветочки цвели. Ну, идей много. Есть. Зависит от территории и зависит, как понимать соседи будут. Хочется людям, бы, чтобы было приятно, чтобы они сами подходили, помогали что-то, предлагали бы. И оно бы, когда сообща, наше легче и более можно масштабно сделать. Победители получили из рук главы города почетные грамоты и денежное вознаграждение, а участники – благодарственные письма. Людмила Новикова призвала шадринцев продолжать работу по благоустройству придомовых территорий и привлекать к ней большее количество друзей и соседей. Ведь каждый может сделать город прекраснее. Главное – желание. Ко дню рождения шадринской развлекательной программы готовят практически все культурные учреждения города. С утра и до позднего вечера горожанам будет некогда скучать. Какие же сюрпризы ждут гостей праздника, узнаем из следующего сюжета. Совсем скоро Шадринск отметит знаменательную дату – 355 лет со дня основания. Прямо сейчас на площади Сдобного завершаются последние приготовления. Устанавливается сцена и проверяется аппаратура. Именно на центральной сцене будет проходить главный праздничный концерт. С 12 часов здесь развернется увлекательное шоу. Лучшие творческие коллективы города подарят горожанам свои новые номера. Закончится концертная программа в 22:30. И чтобы непредвиденные обстоятельства не испортили шадринцам праздник, организаторы мероприятия основательно подготовились. Установка сцены обычно занимает 3-4 дня. Просто у нас в городе сложилась хорошая традиция проводить особо значимые мероприятия при хороших условиях. И как бы предусмотрено все, и безопасность артистов, и на случай дождя, то есть благодаря вот этим всем конструкциям мероприятие может состояться в любую погоду. Будь то дождь, будь то снег, любые катаклизмы. Поэтому артисты у нас и официальные лица защищены от непогоды вот этими конструкциями. Не менее тщательно к празднику готовится и Центральная библиотека имени Зырянова. Мальчишки и девчонки, а также их родители в течение дня смогут полюбоваться на картины художников творческого объединения «Возрождение», с 14:00 посетить выставку «И живы памятью столетия», посвященную литературному творчеству наших земляков, а с 11 часов утра начинается праздничная программа. У нас традиционно в День города проходят мероприятия. У нас с 11 до 14:00 будет праздник, литературный фестиваль «Перекресток чтения». Будет сначала праздничная программа «Любимый город поздравляем», викторины, конкурсы, будут игры. Мероприятия все будут у нас проходить перед центральным входом центральной библиотеки. И запишись в библиотеку, то есть здесь читатели у нас могут записаться в библиотеку без регистрационного взноса. Будет проходить акция «Сделай доброе дело, подари книгу библиотеке». Она у нас идет уже с весны, то есть, но она объявлена заранее. Читатели у нас знают, шадринцы, то есть могут принять участие в этой акции. Будет лотерея проводиться, где каждый третий билет у нас будет выигрышный. То есть жители города могут принять участие в этой лотерее. Также будет на что посмотреть и в городском краеведческом музее. Горожане и гости Шадринска смогут посетить несколько новых экспозиций, ознакомиться с историей и узнать, чем живет город сейчас.
В одном из залов будет представлена выставка картин профессора исторической живописи Федора Андреевича Бронникова. Многие работы долгое время хранились в фондах музея и лишь сейчас выставлены на всеобщее обозрение. Также стоит заглянуть на выставку-продажу художественных работ «Аллея художников» и полюбоваться фотоэкспозицией по итогам конкурса «Родная улица моя». В Дню города проходила очень большая подготовка, потому что произошла реконструкция почти всех залов нашего музея и дополнительно подготовлены новые выставки. У нас сейчас богато представлена природа нашего края, животный мир Курганской области занимает самый большой и светлый зал, где показаны, естественно, научные коллекции. У нас совершенно по-новому представлена история города Шадринска, которая размещается в двух ныне залах. Это темы Шадринск в 17-18 веках, что касается заселения Сицкого края и основания нашего города. В настоящее время у нас буквально вот завтра открывается новая выставка. Здесь мы видим макеты шадринских храмов, планы на городе, вообще схемы размещения храмов, строительства в городе. Ведь мы горды тем, что у нас в городе было построено 8 храмов до революции. С каждым годом празднование Дня города становится все интереснее и масштабнее. А посмотреть на народные гуляния приезжают со всех уголков Зауралья. И уже завтра город вновь наполнится атмосферой праздника. Мы продолжим выпуск через несколько минут. Оставайтесь с нами. Супердвери. Доставка, установка, рассрочка без переплаты. Февральская, 64, напротив фруктового двора. Концерт Григория Лепса в Кургане. 9 сентября. Филармония. Более 40 видов торшеров, 300 видов люстр и более 350 видов бра. Настольные лампы. Настоящий фарфор Ломоносовский, Дулевский, Кисловодский. Ждем вас за покупками. Магазин «Лавега». Улица Архангельского, 56. Без перерыва и выходных. 19 августа во Дворце культуры с 9 до 19 часов. Летняя распродажа шуб. Лучшие условия, рассрочки и кредита. Свежий мед из Башкирии и конфитюр от пасеки Монастырской. С 16 по 27 августа. Дворец культуры. Мед от 250 рублей или килограмм лугового меда в подарок. Центр кровли и фасада. Металлочерепица, профнастил, сайдинг, водостоки, заборы. Наш адрес в Шадринске. Пролетарская, 1. Телефон 6-33-33 и 6-45-45. Центр кровли и фасада. В юбилейный день города в исполнении коллективов Дворца культуры прозвучит новая песня, а в архиве телеканала ШТВ сохранились записи 90-х годов. Леонид Молоков, Людмила Орлова, Сергей Чернов, Денис Осинцев и многие другие музыканты пели и поют о любимом городе. Старинные здания и современные дома складываются в улицы и кварталы. С высоты птичьего полета стройно вычерченный город, зеленеющие вокруг леса и ленту реки. Видно, как на ладони. Дух захватывает от открывающейся красоты. Родному городу 355 лет, и это о нем поют песни его жители. Перезвонами колоколов ты встречаешь рассвет над Исетью, и плывет из тумана веков твое имя по белому свету. Сколько славных людей подарил ты великой любимой России. С неба ангел хранит Михаил затаенную древнюю силу. Здесь нам было светло и легко, здесь любили мы снова и снова. Здравствуй, Шадринск, во веки веков, обнимаемый бором сосновым. Здесь бедовая юность моя в заливные луга убегала. Ах, как пел над Исетью баян,
песню нежную родине малой. О Шадринске пишут и поют самодеятельные авторы, музыканты, поэты, артисты. Около 30 имен назвал Сергей Чернов, руководитель отдела культуры администрации города. Среди них Павел Малафеев, Александр Виноградов, Дмитрий Калинников, Игорь Жилин, Валерий Бутаков и многие другие творческие люди. Сергей Александрович признался, не петь о Шадринске он не может, поскольку почти 30 лет из его жизни связано с городом. Здесь он состоялся как профессионал. Это большой пласт моей личной судьбы. А песни о Шадринске, если говорить о всех песнях о Шадринске, то это часть, наверное, всей нашей культуры, я бы сказал, субкультуры. И если оглянуться в историю нашего города, то необходимо, наверное, вспомнить всех тех, кто как-либо, когда-либо писал о родном городе и фиксировал свои чувства, свои настроения, свое ощущение мира здесь, именно на территории нашего города. Думаю, что горожане помнят и любят и Юрия Васильевича Гаврилова, курганского композитора, который много лет проработал в Шадринске и написал массу песен о Шадринске, о Шадринском крае. Людмила Викторовна Орлова, преподаватель детской музыкальной школы, композитор, которая написала прекрасные песни о Шадринске. Здесь мы с тобою живем. Доброе утро, мой город, доброе утро, страна. И величают вас борта, молодость и старина. Будни и праздники горожане поют песни о любимом Шадринске. И таких песен немало. Наш маленький уютный город вновь и вновь вдохновляет поэтов и музыкантов. Автобусы марки «ЛиАЗ» исчезли с городских улиц. Старенькие заборы ушли в прошлое. Изменился облик площади Сдобного. Сейчас она выглядит уже не так, как на этом видео 90-х годов. Шадринское телевидение бережно сохранило эти трогательные кадры. И песню Виктора Крохолева о родном городе. Было в жизни связано с тобой. Город, город Шадринск, я тебя люблю. И вот эту песню, и вот эту песню я тебе пою. Как над Шадринском ведра снуют и скворцы наперебой поют. Садам все дружно листья жгут, я нынче снова заблудился тут. Дорогие земляки мои, позабудьте все дела свои, все заботы и печали в грязь, нынче каждый хочет быть как князь. Зрители аплодировали Леониду Молокову в День города в 1998 году. Прошло почти 20 лет, а артисты Дворца культуры приготовили сюрприз для шадринцев. В торжественной части этого Дня города прозвучит новая песня, написанная специально к юбилейной дате. «Город» – так называется песня Дениса Осинцева. Денис написал ее ровно 20 лет назад и впервые исполнил в феврале 1997 года на конкурсе военно-патриотической песни в составе группы «Пьедестал». И поет ее до сих пор. В прошлые выходные эту песню услышала публика фестиваля «Уральские самоцветы» в Каменске-Уральском. Тихий вечер и законным стеклом. В лужах отражается уставшее солнце, собираясь в дальний долгий путь, уезжает в серебристом вагонце. Больше и забыто даже было песен, а некоторые песни вообще превратились в космический полиэтиленовый мусор. Вот. Ну а вот эта вещь, она как великолепный лотос, качается на волнах вселенской реки бесконечности и согревает нас своим космическим позитивом. Я сам удивляюсь, как вот эта песня, которой уже 20 лет, которая сама по себе уже юбилейная, и она актуальна для меня самого. То есть мне ее не стыдно сейчас уже исполнять, вот, когда я уже такой вроде состоявшийся аракс.
Денис с удовольствием поделился. Гитарное соло к этой песне написал Андрей Даудрих. Да и другие известные в Шадринске творческие люди во многом содействовали тому, чтобы песня появилась. Два Сергея Александровича, Максимов и Чернов, открыли молодому человеку творческую дорогу. Сергей Чернов был учителем музыки в школе номер один и удивил Дениса исполнением ламбады на баяне. Сергей Максимов и студия «Эксперимент» окончательно вовлекли гитариста в мир музыки. Сейчас Денис называет себя простым рабочим. Он трудится в цехе по модернизации тепловозов автоагрегатного завода, но продолжает петь. Ну и, пользуясь случаем, опять же, я ее хотел преподнести как в качестве подарка для родного, любимого Шадринска к его юбилею. Получается, юбилей песни к юбилею города Шадринска. И от себя хочу добавить, что, дорогие шадринцы, родня, молодости, радости, красоты. 355 – это только начало. Как говорится, главным дорожить, прочего не брать и в путь. Ура! Наполненный полночной тишиной уснул мой город, опустели дворы. Спит даже на проспекте светофор. Лишь кое-где кричат коты, лишь кое-где шумит листва, лишь кое-где, но город спит. Это все новости на сегодня. Впереди вас ждут реклама и объявления. Не пропустите важную информацию. А я желаю вам хороших праздничных выходных и до встречи в эфире. Супердвери. Доставка, установка, рассрочка без переплаты. Февральская, 64, напротив фруктового двора. Концерт Григория Лепса в Кургане. 9 сентября. Филармония. Более 40 видов торшеров, 300 видов люстр и более 350 видов бра. Настольные лампы. Настоящий фарфор ломоносовский, дулевский, кисловодский. Ждем вас за покупками. Магазин «Лавега». Улица Архангельского, 56. Без перерыва и выходных. Свежий мед из Башкирии и конфитюр от пасеки Монастырской. С 16 по 27 августа. Дворец культуры. Мед от 250 рублей или килограмм лугового меда в подарок. Фотоовалы на памятнике в торговом центре «Родина», улица Комсомольская, 17. Только один день, 19 августа, скидка 50% на обувь и сумки. Магазин «Планета» – обувь по улице Комсомольская, 16А, и магазин «Марина», улица Комсомольская, 21. Дом мебели. Новое поступление мягкой мебели. Все для спальной комнаты, кровати, прикроватные тумбы, туалетные столики, шкафы-купе. А также ортопедические матрасы, в том числе под заказ и в размер. Дом мебели. Улица Луначарского, 12А. Телефон 366-43. Отделом уголовного розыска ОМВД России по городу Шадринску разыскивается Меркурьев Валерий Владимирович, житель города Шадринска, который ушел из дома в новом поселке 25 июля 2017 года. Приметы: 67 лет, среднего роста, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы прямые, седые, глаза серые. Имеются борода и усы. Был одет: шляпа светлого цвета, трико темно-синее с белыми лампасами, рубашка клетчатая, светло-серая, туфли коричневые. При получении информации о местонахождении данного гражданина просьба сообщить в ОМВД России по городу Шадринску по телефонам 966-76 966-75-02.